Очень важный совет, особенно когда мы говорим про высокорецептурную сдобу. Вносите ингредиенты постепенно. То есть, если вы месите там кулич, не надо сразу бахать все ингредиенты в тесто, потому что будет потом тяжело развить клейковину. Ну, представьте, вот у нас тесто, допустим, еще не развито, да, и мы бахнули все масло, и у нас с вами получается вот частички муки, ну, я грубо показываю, но это будет понятно. Вот у нас частички муки, да, наши молекулы, и нам нужно между ними установить связь, да, развить нашу клейковину, чтобы у нас было объемное, пышное все. Но мы с вами начинаем добавлять масло, когда связи еще не развиты. Масло окутывает у нас наши молекулы, и они просто скользят друг по другу, не имея возможности сцепиться и дать нам наш вот этот вот глютеновый, да, клейковинный каркас. Поэтому внесли ингредиенты, смотрите на тесто, хорошо они вошли, вносите следующую порцайку, так скажем.